Основная проблема Кировограда, ну, наверное, как и по всей Украине, это все-таки дороги. В этом году уже вышло постановление Кабинета министров, которым мы уже выделили и Кировоградчине, в том числе, больше 200 миллионов гривен. Отработаны варианты соединений с другими областями. То есть будет сделана дорога в Днепропетровском направлении, в Полтавском направлении. Я считаю, что это основное. Как я уже говорил на заседании бюджетного комитета, что наша задача прежде всего сделать направление, то есть государственные дороги международные, а местные власти, местные бюджеты должны уже, соответственно, делать работы между другими населенными пунктами. Что касается для Кировоградщины, я уже говорил, даже отрабатывая возможности получения субвенции на социально-экономическое развитие региона, мы отрабатываем варианты до 80% этих сумм пустить именно на дороги. Дороги внутри городов, дороги внутри населенных пунктов. Уже с августа прошлого года на Украине проводится эксперимент. 50% от сверхполучения от таможенного сбора идет именно на ремонты дорог. Этот эксперимент шел по четырем областям. Это Волынская, Львовская, Черновицкая и Одесская. И в городе Киеве. На сегодняшний день членами бюджетного комитета нашей команды проанализировано состояние дел, и мы смотрим, что это опыт очень позитивный. Мы предложили и написали законопроект, в котором стали соавторы все члены бюджетного комитета практически, о том, чтобы этот эксперимент уже спроектировать на всю Украину, чтобы он перестал быть экспериментом, а стал быть законом. То есть нам нужны действительно дополнительные деньги, дополнительные ресурсы именно на ремонт дорог.